будто это начало. Ну, во-первых, Неженёв Евгений Владимирович. А, извините, пожалуйста. Начнем с этого. Слушай, Овешников я видел, зарегистрировал. Так, а он местный? Ну, откуда-то с юго-запада. Все с юго-запада и с Рибейра местные считаются. Слышал, была команда такая Рибейра? Возможно, узнаем подробности. Итак, друзья, наконец-то мы добрались до нового зала Prime Jiu-Jitsu. В наших правилах знакомить вас с новыми прекрасными площадками, гордиться и радоваться за тех наших товарищей, которые открывают свои залы. Мы, как всегда, в гостях. Нас не напоили пока кофе, но мы только пришли, опоздали. Детская часть дня борьбы Prime Jiu-Jitsu. Первый open mat в этом зале. Но, как говорят, это еще не официальное открытие. Официальное открытие будет чуть позже. Сегодня open mat в Prime Jiu-Jitsu. Ленинский 111 К1. Сейчас поговорим с Женей Чеховым. Возможно, что-нибудь новое узнаем. Пожали руки! Борьба! Ну что, наконец-то мы с моими птенчиками основали свое гнездышко. В кратчайшие сроки, это, я не знаю, кто-нибудь так открывался, мы 13 сентября подписали договор, 15 сюда зашли рабочие, а 9 октября мы тут провели внутреннее первенство. Сейчас стараюсь сделать все, чтобы для детей было столько же возможностей, как для взрослых, приходить на открытые ковры, знакомиться, создавать сообщество, потому что джиу-джитсу это в первую очередь не соревнования и медали, а тусовка, общение. Я хочу, чтобы все дети знали друг друга, и когда они приезжали на соревнования, они бы не вот так вот ходили. Вот. А они бы, ну, были рады видеть друг друга, они бы здоровались, обсуждали, там, планировали какие-то совместные поездки. Пока мне все очень нравится, мне нравится только, что работать приходится много. Уже идет детский открытый ковер. Сейчас это вакханалия заканчивается, мы их выгоняем. И через час приходят оголтелые взрослые и пытаются убить в первую очередь местных черных поясов, потом друг друга. Слушай, Овешников я видел, зарегистрировал. Так, а он местный? Ну, откуда-то с юго-запада. Все с юго-запада и с Рибейра местные считаются. Слышал, была команда такая Рибейра? Пожали руки, ищем пару на следующую схватку. Пожали руки, борьба, у кого нет пары, руку поднять. Как настроение? Отлично! Травмы есть? Есть! Молодцы, ребята. ОС? ОС!
Собственно, друзья, пришли на вторую часть открытого ковра в Prime Jiu-Jitsu. Мы с Женей Чеховым сходили, уже перекусили в бургерные, отдохнули от детского. Так вот, отдохнув от детского, приходим на взрослый. И сегодня нас ожидает, ну, несколько интересных людей, которые были записаны в списке. Там пурпурные, коричневые пояса, черные пояса. В общем, посмотрим сейчас, что будет. Ну, посмотрим так, коротко. Разговаривать нам здесь не с кем, мы будем заняты. Вяткина так точно будет занята, она будет бороться.